на холм! Чиню все, что могу! Рядом уже, совсем рядом! Спасибо за помощь, сэр. Дэгвуд Уайт, отбой. Ладно, Берез будет удерживать позицию у театра, чтобы прикрыть наш фланг. К отелю Аллендорф пробиваемся без танковой поддержки. Пошли! Ладно, действуем. Нацисты давно используют отель как свой штаб. Нам надо захватить его. Было бы проще, будь у нас пара танков. Берез должен удержать эту позицию. Мы на острие атаки, рядовой. Внимание! Проверьте окна. Враги могут быть в витринах. Что-то не так, слишком тихо. Просто глядим в оба. Спокойно, держитесь укрытия. Пулемет, уходите с улицы! Прорываемся вперед и ищем врага! Бросаю гранату! На улицу возвращаться нельзя! Стена с виду крепкая. Дэниелс, давай гранатометом. Назад! Дэниелс, расчисти путь базухой!
Дымовые еще есть? Ага, лови! Вижу позицию в лицах! Последний облот Краутов. Дэниелс, бинокль! Да, сэр. Здесь очень тихо, но это скорее плохой знак. Дэниел, что видишь? Небо чистое. Бомбардировщики отработали. Что ты высматриваешь? На что ты уставился, рядовой? Я смотрю на отель. На балконе никого. Солдат вообще нигде не видно. Наверное, засели внутри, укрепляют оборону. Они сделали ставку на это место. Значит, сможем подобраться без особых проблем. Но когда ударим по отелю, лучше быть готовыми ко всему. Сначала жилое здание. Там может быть полно краутов. Зачистим, обезопасим тылы, потом к отелю. Стройся! Дэниел, Сусман, вперед! Пошли! Осторожно! В квартирах может быть полно врагов. Или везде, в обоих кварталах. Все чисто! Вперед! Будьте начеку! Дэниел, нам нужен гранатомет! Берегись! А? Все чисто! Вперед! Будьте начеку! Ничего не вижу! Собираемся здесь. Подкинь еще дымовую. Держи, Дэниел. Кидаю дымовую. Роджер, лейтенант, вперед. Зачисти следующую. Держи, рядовой. Блокировано. Надо продираться внутрь. Вызовешь такой миномет, тесный проход. Дэниел. Не знаю, стоило налегать на тушенку. О, как смешно. Дэниел, пошел. Крауды везде!
Цель вон там. Действуем тихо, пока не ударим. Ладно, кидай пошли. Сюда! Дэниел, лови! По лестнице вниз! Сюда передай! На! Грузовик перекрыл нам дорогу. Оттолкаем. Аела, сними с ручника и рули. Остальные толкаем. Так точно. Дэниелс, нужна помощь. Вот же сука. Шины вроде в порядке. Немного бензина есть. Аккумулятор живой. Надо будет выбираться. Думаю, я смогу его завести. Какой сюрприз. Толкай, студент. Ладно, двинули. Готовьтесь, парни. Дэниелс, еще одна стена. Пробивай. Снесем все стены, да? Осторожно. Не стойте! Надо зачистить пол! Сузман, направо! Аела, налево со мной! Стайл, Тимсон, второй этаж! Так точно! Есть! Они заняли оборону с главной лестницы! Готовим после! Пулеметы на лестнице! Атакуем с фланга! Контакт 11! Полетела граната! Впереди!
Это все. Я за тобой. Пока хватит. Второй взвод работает наверху. Нам надо зачистить подвал. За мной. Сюда. На. Держитесь рядом. Сэр, мне нужны патроны. Держи, Дэниел. Эй, Стайлз. Я нашел для тебя подходящее укрытие. Хватит! Дэниел, свет! Похоже, ребенок. У кого-нибудь есть шоколадка? Да, сэр. Ты, наверное, голодна. На, возьми. Нормально, нормально! Мы вас не обидим. Не обидим. Нет еды. Моя сестра, пожалуйста, помогите. Нет, нет, подкрепление краутов будет здесь минуты на минуту. Нам некогда нянчиться с гражданскими. Их всего двое. Сэр, взгляните сюда. А, великолепно. Черт. Возьмем тот грузовик в паре сотен ярдов, пригоним его сюда и всех вывезем. При всем уважении, наша задача захватить отель. Я не говорю по-немецки. Знаешь немецкий? И какого черта ты об этом молчал? Такого. Ладно, мы забираем этих людей. Дэниелс, Айелла, берите грузовик, встречаемся у западного крыла отеля. Шевелитесь. Интересно, что еще вы скрываете, Герц Усман? Будьте снисходительны. Не в этой жизни, рядовой. Не в этой жизни. Остались только мы с тобой, Дэниелс. Что же Цусман не сказал, что знает язык краутов? Он полунемец, полуеврей. Не хотел, чтобы кто-то знал о его родстве с фрицами. У нас у всех есть что-то, о чем мы не хотим говорить. Поверить не могу, заботимся о кучке краутов. У них там ребенок и старики. Всех не спасешь. Они гражданские, отправим их в тыл. Вот что мы сделаем. Ну да, ну да. Вон грузовик! Пошли! Так, минутку. Надо завести эту крошку. Ладно, мы тебя прикроем. Thank you.
надо уничтожить эти БТРы! Атака прекратилась! Похоже, они отступают! Есть! Завелся! Садись! Ты его завел! Спасибо, что прикрыл! Думаю, они перестраиваются на северной стороне! Надо предупредить отряд! Надо поскорее вывести гражданских! Да! Или окопаться! Рискованно! Могут попасть под перекрестный огонь! Поздно волноваться! Вперед! Вперед! Пирсон прав, Дэниелс! Нам некогда думать об этих людях! Это гражданские! Им нужна помощь! Давай нас вскользь и остановись на улице! Есть, сержант! Ладно! Вывозим гражданских! Вперед! 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 Сэр, нам пора! Подкрепление скоро прибудет! Она? Она? Погоди, ты куда? Что она говорит? Думает, что ее сестра вернулась в подвал. Значит, там она и останется. Надо вывозить людей. Идем. Лейтенант, я схожу? Не разрешаю! У тебя 2 минуты. Я с тобой. Нет, только Дэниел. Слишком опасно. Все, кто остаются здесь, прикрывают. Да, сэр. Возвращайся мигом. Так точно. Черт! Надо найти Анну. Анна! Она должна быть где-то здесь. Надеюсь, она не пошла наверх. Эй, привет! Пойдем к твоей сестре. Сюда. Все хорошо. Не стрелять! Это Кент! Все хорошо. Ich habe ihn gefunden! Er ist hier! Не стрелять! Все хорошо. Нет, только не стреляй! Was zum Teufel soll das? Все хорошо. Я с тобой.
kein Anzeichen von Feinden. Wir sind nicht allein. Ты молодец. Du kannst dich nicht verstecken. Was soll das? Du wirst wieder raufkommen. Hier, ich habe etwas gehört. Черт. Kaspar. Nein, Kaspar. Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort! Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Kaspar! Ты молодец! Мы почти выбрались! Теперь Эрика! Побудь, пожалуйста, смелой еще немножко! Я с тобой, Анна! Куда они все лезут? Надо двигаться дальше! Мы справимся! Не волнуйся! Черт! Стой! Не стреляй! Побудь, пожалуйста, смелый еще немножко! Я выведу нас отсюда! Куда они все лезут? Надо двигаться дальше. Я с тобой. Я здесь! Все хорошо! Там стрельба! Рискованно! Я с тобой, а? Черт! Ты не пострадаешь! Пора уходить! Эй, иди сюда! Отель почти наш! Мы заняли холл! Анна! Спасибо! Мама сказала, что я должен меня Каспар кümmern. Они не вернутся zurück. Отсюда они доберутся сами! Идем! Мы их сопровождаем и точка! Пирсон прав. Если пойдем с ними, их могут начать обстреливать. Это слишком опасно. Давай, Цусман, зачищаем улицу! Затем вывозим их, понятно? Понимаю, сэр. Я подумал, что без нас будет безопаснее. А если мы позволим немцам вернуть себе отель, все, кто здесь пойдут, будут в опасности. Это не Кассери. Превосходство у нас! Сажайте в грузовик. Это твоя затея. Занять позицию! Зачистите улицу! Марк!
Все в норме, в саду чисто. Все чисто. Все целы. Все на месте. Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhäuschen gut. Ja, ich kann fahren. Поехали. Берегись! Грузовик подбили! Эрика! Bitte, Эрика, fang auf! Она умерла! Вперед! Живо! Ты что творишь? Выполняю приказы, все назад в отель! Марш, марш, марш! Эй, мы не можем ей помочь! Мы взяли Ахен, открыли западный коридор к Рейну. Но пропасть между Тёрнером и Пирсоном лишь увеличилась. И на кону оказались не только наши жизни —